Stranger. Still don't know my name. А еще у меня не прошли эти все высыпания, и я снимаюсь с очень жесткой маской. Вот так вот. Пойду сейчас в салатерию, возьму к себе какой-то салатик и чего-то тепленького, потому что у меня на английском не варит башка, когда я голодная. Вот. Это очень хорошая новость. Не было сегодня пробок, и почему-то людей тоже нет. Слава богу. Вот. Всем доброго ранку! В общем, предыдущую историю я просто пела таким голосом, не проснувшимся, и это было ужасно. Ну, какая разница, я решила это все выставить. В общем, я приехала на английский сейчас. Сейчас 9:30, у меня английский начинается в 10, а это означает то, что я успею позавтракать. Коли кобра закохана, вона не спить. Пам'ятай про це, моє сонце. Пам'ятай про це, моє сонце. В общем, это супер классно. Преподаватель или еще что-то. Это так удобно делать это онлайн. Просто дома. Комфортно, уютно сидишь себе. Не надо в 8 утра через весь город ехать на метро, на маршрутках и на всём. Ты села, сидишь дома, берешь плед, делаешь себе чаёчек, сидишь и просто слушаешь и записываешь. Это то же самое, что бы ты делал в аудитории, в университете или где-нибудь еще. Просто сидишь и записываешь. Тебе для этого не нужно видеть. Всем доброе утро, друзья. Я тут решила поделиться с вами своей любовью к онлайн-лекциям. Просто задумайтесь, насколько это комфортно и удобно. Ты встал себе спокойно, позанимался спортом, помыл голову, приготовил себе завтрак, поел, спокойно. Карта Кива будут скидки, поэтому если вы хотите, чтобы у вас прибавились подписчики, пишите на эту вот страничку. Ребята, всем привет! В следующих сторис я выставлю победительниц прошлого конкурса. А пока хочу вам напомнить, что до моего именного розыгрыша осталось совсем немного. И с сегодняшнего дня до... У нас уже просто такая осень. И я пришла в детский сад, чтобы забрать одного маленького мальчика. Смотрите, сейчас буду показывать. Смогли послушать и увидеть мой клип, поэтому, пожалуйста, свайпайте вверх, сохраняйте видео, делитесь с друзьями, со знакомыми, со своими подписчиками, я буду безумно благодарна. Спасибо вам огромное, слушайте мой новый трек и смотрите клип. И я хотела бы оставить ссылочку на мой телеграм-канал, где я скину видео, тизер, поддержку в сторис, и я буду очень рада и буду очень признательна, если вы меня поддержите, правда, это очень важно, я старалась и хочу, чтобы как можно больше людей... Наконец-то моя новая работа Feel the Swipe уже в сети, теперь вы можете посмотреть мой клип по ссылочке, послушать трек на всех музыкальных площадках. Я очень благодарна за каждый репост, за каждую сторис, за каждый комментарий, потому что мой телефон буквально разрывается с 12 часов. Суть тренда – набрать столько подписчиков до зимы, сколько у тебя лайков. Помогите! А как это уметь свистеть? Ты просто складываешь губы трубочкой и дуешь. Вот так? Baby, let's go. What? Can you teach me how to do it? Оставлю сердечки нить. Даже не думай меня уже забыть. Жаль, что твой брат хочет меня убить. Только не надо уходить от меня, ведь я...
Добрый вечерочек, друзья! Я готова посвятить вам сегодняшний вечер и ответить на все-все-все вопросики. Я знаю то, что я обещала на прошлой неделе, и даже сделала опросник, и не успела ответить, простите. Но сегодня я вам все расскажу. Возможно, для 4-го курса это нормально, но на самом деле учеба очень странная сейчас, потому что пары то есть, то их нет, то они отменяются, то они дистанционно, то есть педагог, то нет педагога, то у нас нет курса нашего, поэтому какой-то сумбур. На самом деле классных фильмов много, я думаю, все мы прекрасно это знаем, но последний, который я посмотрела, и он меня очень сильно впечатлил, я думаю, может, у меня такое настроение было, поэтому он так попал идеально, но мне захотелось стереть себе память и заново его посмотреть, это «Век Аделин».